Ну вот, сливаем масло. Короче говоря, кардан, как видите, уже снял. Так. Сейчас сливаем масло. Уровень был чуть меньше, чем положено, грамм на 300. Где-то. Значит, сейчас... Ой, ёб твою, испачкался чуть-чуть. Так. Буду выдергивать сальник. То еще веселое занятие, в общем. Так. Ну, потом собирать. Ручник буду менять на неделю, уже позже. С ним ситуация такая, что он не ходит нормально. Сейчас покажу. Перчатку одеть надо. Сейчас подскажем. Короче. Закиши весь механизм. Даже не двигается ни хера. И дело даже не в кардане, что он сейчас висит. Такая же хрень тут. Ну, по большому счету, это так все. Пока все.